всем привет из острова Хайнань. Всем привет! Из прекрасного города Санья. У нас здесь на острове обстановка очень даже благоприятная. Все те меры, которые были приняты государством в борьбе с вирусом, уже привели к своим положительным результатам. Что вот уже в течение 10 дней у нас здесь не зафиксировано еще ни одного нового случая заражения коронавирусом. И более того, каждый день растет число выздоровевших пациентов, которых выписывают из больниц. В общем, жизнь у нас налаживается. Открываются рестораны, магазины, салоны, парикмахерские. На улицах все больше и больше людей, машин, мопедов, мотоциклов. Конечно же, все также обязательно в масках. Везде санитарный контроль. В общем, ситуация у нас улучшается, и все входит в свое привычное русло. Надеемся, что по всей стране в скором времени все наладится.